Продолжаем игру за воина Альмека. Разрушив статую Кецалькоатля, мы провалились в лабиринт. И здесь нам нужно добраться до маски. Она находится вот в этой гробнице. Для этого необходимо пройти небольшой и несложный лабиринт. Сейчас мы это сделаем. Обязательно обрушим все возможные ложные проходы. А вот первый из них. Было так близко. И упасть можно было так низко. Но мы вовремя спохватились. На полу мы видим, бушует какая-то загадочная розовая энергия. Пока что становиться на нее не будем. Позже я покажу, что она делает. Так, ну здесь, да. Здесь идти незачем нам. Далее. Сверху статуя. Было так близко. Обрушивающаяся. Так. Птицы кричат за окном. Здесь просто обойти по квадрату. Обратите внимание, какие рожи изображены на этих каменных плитах. И вот мы подходим к некой панели управления. Это похоже на выключатель. Да, немного есть. Здесь все довольно ветхо. Да, здесь еще одно обрушение. Чтобы он заработал, нам нужно активировать две крайние лампочки. И теперь это поднимает мост и поднимает одну из гигантских каменных гирь. Назовем их так. Ой, нужно быть повнимательней в этом старом месте. Да. Иначе камнем вниз. Вот это самый сложный момент уровня. Здесь вот я, к сожалению, чуть-чуть не дошел. И мы с вами видим, как работает розовая энергия. Она просто возвращает нас на начальную позицию. Учитывая, что там мост уже активирован, мы могли бы спокойно пройти по нему, но я все же хочу пройти через этот самый сложный момент. И это будет так близко. Так. Вот так. Проходит с этот момент. И сразу давайте подойду сюда. Тут мы тоже просто не пройдем. Но обрушение нужно активировать. Паутина гигантская такая. Здесь все довольно верно. В одном шаге от цели. Там можно было переступить на самом деле. Я думаю, если постараться, перепрыгнуть возможно. Так, ну а теперь в этом направлении. Здесь будет так обрушено все. Да. Что нам придется немножко обойти. Но половину мы уже сделали. Я помню, что в первый раз не сразу вот эту статую заприметил. Наверняка есть другой путь. Дорога заблокирована. Наверняка есть.
давай. А нам как раз необходимо для продвижения дальше. Вот так вот. Перевести вес на эту часть. Так, теперь мы... Ух, я сейчас... Да, я сейчас попадусь. Я не видел, где энергия. Теперь давайте дождемся и пойдем вот так следом. Здесь перед носом закрыли. Но великого воина это не остановит. Главное идти ровно и уверенно, чтобы не свалиться. Опускаем клетку. И здесь внимание, если мы попытаемся просто пройти, она закроется прямо перед носом. Поэтому сначала активируем рычаг. Этот рычаг закрывает ворота. Он как бы блокирует их. Теперь вот спокойно проходим. Так, осмотреть ничего нельзя. Вот, вот мы в гробнице. Посмертная маска Кетцалькоатля. Да, за ней мы и приходили. Мой бедный малыш, ты упал. Я так рада, что ты вернулся домой. Домой? Ну, конечно, глупенький. Разве ты не хотел возвратиться домой? Да, я хотел... Ну вот, успокойся, Макс. Когда ты упал с трубы, ты ударился головой, и теперь не совсем здоров, вот и все. У меня голова болит. Я помню, что ударился. Правильно, милый. Ты ударился головой о трубу. Все, больше не думай об этом. Я о тебе позабочусь. Труба? Нет, я ударился. Нет, я ударился. Это случилось в моей машине. Нет. Ну, конечно же, нет, милый. Ты просто свалился. Да, машина. Я ехал, и вдруг тормоза. Но, Макс... Мы ждали тебя так долго. Не уходи от нас сейчас. Мы? Кто? Ну, конечно же, я и маленькая Сара. Кто же еще, глупыш? Но это невозможно. Сара мертва. Сара! Макс дома! Макс, ты дома? Ты дома? Я так скучала. Сара, ты жива. Боже мой, Сара! Нет! Ты умерла! Жуткая сцена. Твоя стойкость просто изумляет. Доктор сказал мне, что ты должен был погибнуть в этой автокатастрофе. Я бы очень хотел, чтобы все сложилось иначе. Макс! Но, увы, этого не произошло. Ты не оставил мне выбора, дружище. Неужели ты рассчитывал, что я буду сидеть, сложа руки, и ждать, когда ты публично заявишь о своем методе излечения? Ну уж нет. Я слишком много сил вложил в свое дело, чтобы допустить такое. Ну что ж, будем прощаться, Макс. Мне искренне жаль, что все так закончилось. Прощай. Начали вспоминать. Максу удалось создать лекарство, но Морган не мог позволить ему выйти в мир испытания. Кетцалькоатль
убивает жителей целой деревни. Морган пытается убить меня. Наконец-то я нащупал связь. Все это нереально. Да. Наш герой осознает. Все больше осознает, но этот уровень, друзья, это дело следующей части.